огромному сожалению, и дня не проходит, чтобы с Донбасса не приходили трагические сообщения о варварских действиях украинских силовиков и, как следствие, безвинных жертвах среди гражданского населения. Вот и сегодня, 30 января, поступила информация об обстрелах сугубо мирных объектов в Донецке. Дома культуры, остановки общественного транспорта, в результате которых имеются убитые и раненые мирные люди. Мы вновь призываем киевские власти одуматься, прекратить бездушную войну со своим собственным народом. Решение любых проблем следует искать за столом переговоров, а не на полях сражений.